Команда на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Смотрим состав Манчестер Сити. Схема 4-5-1 предложена. Ну и весь вопрос в том, сколько человек из полузащиты будут отряжены в группу атаки. Серхио Агуэро. Синдзи Окадзаки. Санья. Яя Туре. Фернандини. Отличный удар. Вот это спасение. Свисток арбитра у главы. Яя Туре. Влияние этого футболиста на игру невозможно переоценить. Яя Туре одним своим присутствием на поле вселяет в партнеров уверенность. Вокруг него собраны отличные футболисты, но Туре умудряется сделать их еще лучше. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Мяч летит в сторону ворот. Бакари Санья. Яя Туре. Могу лишь посочувствовать центральной линии соперника. Ей придется противостоять натиску вот этого игрока. Яя Туре – настоящий африканский слон. Физические данные позволяют Туре Арбитр назначает штрафной. Решили быстро разыграть штрафной. Мяч в игре. Ударище просто. Невероятное спасение. Судья показывает, что будет угловой. Бьет он головой. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Санья. Навас Гонсалес. Агуэр. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Это горчишник, вполне справедливый. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Синдзи Окадзаки. Защитник перехватил передачу. Николас Отаменди.
Именно здесь, на домашнем стадионе, Манчестер Сити в 2012 году выиграл свой самый эффектный титул. Да, уже это была эпическая битва на Этихаде, когда для чемпионства горожанам нужно было обязательно побеждать Queen's Park Rangers. И в последнем туре Сити проигрывал до 91 минуты 2-1. И тогда за пару минут компенсированного времени Эдин Джека и Серхио Агуэро забили два решающих гола. Синзио Кадзаки! Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Яя Туре. Туре. Именно Яя Туре, тот хребет, который не позволяет команде рассыпаться в тяжелую минуту. Туре всегда демонстрирует свой максимум именно в ключевые моменты матча. Будет трудно, он обязательно выстрелит. Тут просто подарили мяч сопернику. Хименес Сильва. Прекрасный навес! Неудачный навес, вратарь без проблем забирает мяч. И тут может быть опасный момент. Удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Игра остановлена, будет угловой. Синдзи Окадзаки. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Желтая карточка. Тут может что-то получиться. И легко прерывает эту передачу защиты. Пас в штрафную. Мяч ушел за пределы поля. Будет удар от ворот. Кевин Де Брюйне. Хименес Сильва. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Какой шанс! Гол! Счет матча открыт! Да, наверное, команда подсела к концу тайма, но не стоило сейчас пропускать. Так, гол в раздевалку поднимает дух одним и здорово портят настроение другим, как всегда. Гол просто потрясающий. Сумасшедший удар под перекладину. Бакари Санья. Кевин Де Брюйне. Санья. Навас Гонсалес. Ну, пора подавать. Кевин Де Брюйне. Опасно! Отличный момент, но оборона на высоте. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Мяч ушел на угловой. Забивать надо! Плохая передача. И прерывает ее защиту. Какой навес! Яя Туре! Заканчивается первый тайм. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. И как пробил. И мяч оказывается у голкипера.
Хесус Навас. Навас Гонсалес. Синдзи Окадзаки. Гаэль Клиши. Серхио Агуэр. Гаэль Клише. Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Мяч ушел в аут. Давид Сильва. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Клиши. Фернандини. Вратарь забирает мяч. Ставь, ставь, не имеешь права. Удаляется с поля игрок. Спас команду или не спас, узнаем позже. Абсолютно справедливая красная карточка, и он знал, на что шел. И спасает команду голкипер. Угадал и направление, и силу удара. Все угадал. Просто молодцом. Отличное взаимопонимание. Какой удар! Вратарь без проблем справляется с этим мячом. Хорошо, атака. Он накручен. Давид Сильва. Что и следовало ожидать. Я бы это назвал грамотный розыгрыш лишнего. Да, после удаления команда... конечно, перестроилась, но устоять под напором превосходящих сил соперника все-таки не смогла. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Серхио Агуэр. Агуэр. Кевин Де Брюйне. Завладел мячом игрок, и надо сказать, что показатель у него сегодня... Просто сумасшедший. Да, действительно, по-моему, он в идеальной форме. Давно мы не видели такой игры в его исполнении. По замыслу пас неплохой, однако исполнить не смог. Защитник мяч перехватил. Агуэр. Ну что, может быть, навес? Угловой. И первый на мяче вратарь. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Давид Сильва. И есть поддержка у этой атаки. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч.
Серхио Агуэро. На месте голкипер, все в порядке. Вот мяч за боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Самир Насри. Давид Сильва. И как опасно пробил. В неравных составах можно было не рассчитывать на равную игру. Да, предсказуемо. Как раз не хватило игрока, чтобы закрыть зону и подстраховать. На табло 3-0. Это разгром. Синдзи Окадзаки. Отаменди. Санья. Давид Сильва. Плохо сыграно. Мяч потерян. Главное, без нарушений. Игра остановлена из-за нарушения. И тут... Тут ситуация вполне на предупреждение. Кевин Де Брюйне. Какой шанс! Удар точно в руки вратаря. Самир Насри. Насри. Де Брюйне адресат этой передачи. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Тут все очевидно, будет штрафной. Эль-Яким Мангала. Удар! Туре. Самир Насри. Опасно как! И это гол! 4-0. Ну, это разгром. 4-0. Как бы...